Сотрудники ГИБДД усилили контроль за пассажирскими перевозками. Группы, состоящие из инспекторов ДПС и технического надзора, проверяют транспорт на трассах и в населенных пунктах. Сегодня утром такой рейд прошел в Тюмени на улице Пермякова. Инспекторы останавливали все автобусы. Проверяли как сами машины, так и водителей. Статистика неутешительна. Нарушения нашли в каждом шестом случае. С начала года в регионе по вине водителей автобусов произошло 83 ДТП. В них погибли 4 человека, пострадали 117.